1 декабря стартовала акция по списанию пени за капремонт. Продлится она до 31 декабря. Такой метод стимуляции платежей в республике применяется впервые. Пени могут списать, даже если долг копился годами. Предоставлять фонд квитанции об оплате для погашения долга нет необходимости. Все платежные операции автоматически отразятся в соответствующей базе данных. Списание пени будет отражено в квитанции за январь 2018 года. По состоянию на 1 декабря сумма неоплаченных счетов горожанами за капитальный ремонт составляет более 100 миллионов рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 69 копеек, евро 69 рублей 63 копейки.